Отныне казахстанский флаг будет поднят на вьетнамской земле. В Ханое первыми гостями нового здания посольства Казахстана стали парламентарии нашей страны. Символично, что в эти дни делегация сенаторов и мажилисменов во главе с председателем Мажилиса Кабибулу Джакуповым находилась во Вьетнаме с официальным визитом. Программа депутатов насыщена. Участие в 132-й ассамблее Межпарламентского союза, ряд двусторонних встреч с властями и коллегами из Вьетнама и выезд в провинцию. О чем договорились стороны и каков итог заграничной поездки, узнавала моя коллега Назым Тенелибаева. Город контрастов, впечатляющий своим многообразием. Активный ритм жизни столицы Вьетнама вполне гармонично слился со столь же насыщенной программой первого официального визита казахстанской парламентской делегации во главе с председателем Мажилиса Кабибулой Джакуповым. Депутаты возложили венок мавзолею Хо Ши Мина, побывали в президентском дворце, встретились с вьетнамскими коллегами и рассказали о достижениях нашей страны в Государственной политической академии. Как отметил спикер Мажилиса, главная цель встречи – укрепить сотрудничество, в том числе и межпарламентское. А общего у Казахстана с Вьетнамом предостаточно – взять хотя бы курс на индустриализацию. Вьетнам поставил перед страной задачу к 2020 году статуса индустриальной экономики. Курс вашей страны на индустриализацию по своим целям и задачам, в свою очередь, тесно перекликается с новой экономической политикой Нурлыжова. Успешная реализация этого плана позволит нашей стране не только противостоять угрозам и кризисам, но и войти в 2050 году в число 30 наиболее развитых стран мира. Несмотря на то, что здесь по-прежнему строят социализм, экономика страны растет, как и небоскребы. Здесь каждый второй занимается малым бизнесом. При этом красные флаги, щиты с серпом и молотом все еще красуются на вьетнамских улицах. Но это никак не мешает инвесторам вкладывать деньги. Есть куда. Казахстанские депутаты посетили провинцию Куангминь, промзону прорывных проектов с участием иностранного капитала, и обсудили с местными властями возможные пути сотрудничества. Помимо строительства портов и сельского хозяйства, это и туризм. Море, пляж, современные отели и даже нетронутые пещеры на островах залива – раздолье для инвесторов. Стороны договорились способствовать казахстанско-вьетнамскому бизнес-диалогу. Бухту Халонг называют настоящим чудом света или жемчужиной Вьетнама. Это объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Площадь бухты порядка 1500 квадратных километров и состоит из 3000 вот таких вот маленьких островов, скал и пещер. Потому потенциал вьетнамского туризма уж сложно недооценить. О том, что Казахстан рассматривает Вьетнам как важного экономического и политического партнера в Юго-Восточной Азии, еще говорили президенты двух стран. С тех пор открыто прямое авиасообщение Алматы-Хо Ши Мин, что увеличило почти вдвое поток туристов. Особая роль в деле сотрудничества отведена открытию посольства в Астане и в Ханое. Важно, что теперь казахстанский флаг поднят и на вьетнамской земле. Символично, что на официальном открытии нового здания присутствовали и наши парламентарии. После официальных визитов наших президентов мы определили конкретные шаги сотрудничества. Прежде всего, это торговля и инвестиции. Если мы сможем завершить процесс переговоров по соглашению о зоне свободной торговли между Вьетнамом и ЕАЭС, то есть и с Казахстаном, это откроет большие возможности увеличить наш товарооборот. Стоит отметить, что только в прошлом году товарооборот между странами превысил 300 миллионов долларов. По сравнению с 2013-м этот показатель увеличен на 30%. Налицо большие перспективы казахстанско-вьетнамского сотрудничества, и визит парламентариев придал импульс развитию межпарламентских связей. Речь идет и об обмене передовым законотворческим опытом. Назем Зенельбаева, Жумарт Елеев, Айболт Уякбайлы, Вьетнам.